Власти Турции объявили о введении в 7 провинциях страны комендантского часа. Такое решение было принято после очередного теракта, осуществленного смертником в субботу в центре Стамбула. В связи с введенным комендантским часом правительство также объявило об отмене гуляния по случаю Навруза, праздника весны. Все эти меры касаются прежде всего юго-восточных районов, где проживают преимущественно курды. Но, как полагает полиция, теракт – дело рук Исламского государства. Была установлена личность террориста, совершившего это нападение. Это зарегистрированный в Газиантепе Мехмет Устюрк, 92-го года рождения. Имеющиеся улики указывают на его связь с террористической группировкой «Исламское государство». Также в МВД говорят, что задержали 5 подозреваемых в причастности к подготовке теракта. В субботу днем террорист-смертник взорвал в центральном торговом центре Стамбула бомбу, начиненную металлическими поражающими элементами. Теракт унес жизни 4 человек, из которых трое граждан Израиля и один Ирана. Среди 39 пострадавших есть также граждане иностранных государств.